Итак, сегодня у нас наиважнейшее служение. Мы участвуем сегодня в хлебопреломлении. И такое огромное благословение для нас, что вот Новый год фактически мы начинаем с этого важнейшего служения, важнейшего поклонения в нашей жизни. Что такое хлебопреломление? Вот что мы совершаем, когда мы протягиваем руку к хлебу, протягиваем руку к чаше с вином? Что мы это делаем? Священное Писание говорит, что это воспоминание. Мы вспоминаем то, что Христос сделал для каждого из нас, то, что Христос совершил. А если хотите более точно сказать, друзья, это воспоминание Божьей любви к нам. Посмотрите, что Писание говорит. 1 Иоанна, в 4 главе, с 8 по 10 стихи, Иоанн, апостол любви, говорит здесь о любви. С 8 стиха мы читаем: «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши». Вот как проявляется Божья любовь. Здесь говорит, Иоанн говорит о том, как открылась Божья любовь. Часто люди, вот когда вы говорите им, что Бог любит вас, они говорят: подождите, как мне плохо, как я могу видеть Божью любовь? Если бы Бог меня любил, мне бы так плохо не было. А людям плохо не потому, что Бог их не любит. Людям плохо, потому что они находятся во грехах своих. Им плохо, потому что они не знают Бога. А Писание говорит о том, что Божья любовь открывается в Его делах, то, что Он сделал. И мы читали: Бог послал Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, чтобы мы получили жизнь через Его смерть, через Его воскресение. Он послал Его, чтобы умилостивить Бога за грехи наши, умилостивление за грехи наши. Когда Бог излил на Своего Сына, на Иисуса Христа, Свой гнев, Он расположился, уже Он может быть милостивым. Его святость удовлетворена. Бог может простить грешного человека. Поэтому мы говорим сегодня, что мы, участвуя в хлебопреломлении, вспоминаем Божью любовь к нам. Хотите увидеть Божью любовь? Посетите Бога в Вифлеемских яслях. Посмотрите своими духовными глазами на младенца Иисуса Христа, на воплощенного Бога. Посмотрите, всесильный, бессмертный, вечный Бог стал ограниченным и смертным человеком. Для чего это Он сделал? Чтобы дать нам жизнь вечную. Он положил за нас душу свою. Друзья, Он висел на кресте. Его взяли, Его повели, и арестовали не против Его желания, не против Его воли, друзья. Христос говорит: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Друзья, пришел, чтобы добровольно отдать свою жизнь. И когда мы преломляем хлеб, мы вспоминаем Его распятие.
Его распятое тело на Голгофском кресте, как он истекал кровью, чаша с кровью, с вином напоминает его пролитую кровь. Принимая все это, мы провозглашаем, мы верим в его смерть и в его воскресение. Его спасение, совершенное на Голгофском кресте, ради меня, грешника. Вот что такое хлебопреломление. Это воспоминание о смерти и о страданиях нашего Господа. Какую ценою Он нас приобрел. И апостол Павел как раз говорит об этом в своем первом послании к Коринфянам. Он говорит: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: „Примите, едите сие, есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери и сказал: „Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание“». Итак, мы сегодня призваны вспомнить страдания нашего Господа Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться, друзья. Мы будем молиться над хлебом. Потом мы будем молиться над чашей. Загляните в свое сердце. Проверьте свою веру. Проверьте свое хождение. Мы призваны испытать себя и исповедоваться перед тем, как совершим это служение. Поэтому пусть Бог благословит каждого из вас, когда братья будут подходить к вам. Друзья, не принимайте сразу, и особенно предостерегаю, чтобы не принимали легкомысленно. Подумайте, друзья, об этом. Поблагодарите, поклонитесь перед Господом. Исповедуйтесь. А у нас есть в чем исповедоваться. Потому что Писание говорит, если мы говорим, что нет греха в нас, то мы обманываем самих себя. А если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. Помолимся, друзья.